Тюре ведутся работы по ремонту дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Всего в этом году планируется отремонтировать 70 улиц города общей протяженностью более 61 километра. Ремонтная кампания пройдет в каждом районе Твери. Сейчас заключен контракт с подрядчиком на ремонт дорог в Заволжском и Центральном районах города. Всего компания ЗАО АБЗ «Дорстрой» предстоит отремонтировать 32 объекта улично-дорожной сети. Напомним, в период с 2019 по 2024 год в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в Твери планируется отремонтировать более 265 километров дорог. В частности, за 2019-2020 годы были приведены в порядок 73 дороги областного центра общей протяженностью почти 100 километров. В настоящий момент работы проводятся на улице Рыбацкой в Центральном районе, на Свободном переулке, ряде других улиц. В Заволжском районе дорожная кампания началась с улицы Красина, вторая Красина, а также улица Зинаида Конопляника. После 15 июня мы планируем начать дорожные работы на территории Пролетарского и Московского района, где также предстоит провести достаточно серьезную работу.